Сорт трапезунд. И быстренько. Сорт трапезунд. Каждый год. И в принципе одно. Смотрите. Допустим, это 100% там удобство в обработке. Она как бы дает очень хороший, еле-еле сладковатенький. Кому там сладость прям необходима. Так, идем. Большое? Небольшое. Ореха. Еще какие плюсы? Значит, это крупное ядро. Что это за сорт? Я просто в очередной... Понимали, что у него... Просто орех там, допустим, чуть мельче. И особенно теневой орех, которого, кстати, много. И в лущенном, и в нелущенном виде, потому что... Хочет употреблять в сыром виде. Всем привет, с вами Алексей. Пока кто-то ругает сорт трапезунд и кричит, что он там не растет и что-то еще на вот полузакрытом участке. И также мы научились и на открытых участках. Все это будет вам показано однозначно. Я вам буду показывать сейчас быстренько сорт трапезунд. Мало того, что он дает такие результаты, так он еще все эти растения в основном выращиваются от водки. Вот такие они уже на 2 августа. Неплохой размерчик. Есть поменьше, есть побольше. Еще расти и расти. Но нас интересует пока орех, который якобы не растет там, не плодоносит у кого-то. Я не знаю. Но каждый год я показываю видосы. Каждый год. И в принципе одно и то же. Где-то чуть-чуть крупнее, где-то чуть-чуть мельче. Блин, ну ореха много, но это явно видно. Поднимаешь ветку. Смотрите. Трапезунд. Я считаю, что к этому сорту нету, ну, у меня, например, к нему есть только несколько всего небольших вопросов. Это по поводу его молодого возраста. То есть, как его в молодом возрасте, скажем так, поухаживать за ним для того, чтобы получить вот такие вот фантастические результаты. Вот. Низкорослость, ну, в плюс для дачников, допустим, это 100% там удобство в обработке, да, однозначно. Вкус, я вам скажу так, вкус от водочки, вкус у него, вот я пробовал дегустацию годовалых, много сортов перепробовал, я вам скажу так, трапезунд, ну, блин, он очень вкусный, но реально он вкусный. Вот кто любит послевкусие, именно фундучное, там, может, сладости у него сильной нету, да, хотя вот эта жирность, у него очень высокая жирность, это очень ценится, она как бы дает очень хороший привкус, такой приятный, и он такой, знаете, как бы даже еле-еле сладковатенький, кому там сладость прям необходима, однозначно будет. Так, идем. Что еще? Прекрасная бланшировка, прекрасный вкус в жареном виде. Ядро. Ядро очень большое. Если есть ядро небольшое, то оно как бы по размеру сопоставимо как со средним орехом. Даже не со средним, а со среднекрупным. Все же с отводками. Представляете, он тянет и вытягивает достаточно потом неплохого размера отводки, достаточно для этого сорта, по крайней мере. И вот такое вот количество ореха. Еще какие плюсы? Значит, это крупное ядро будет стоить, прекрасно отбланшировано, должно стоить намного-намного дороже. Ну, не намного-намного дороже, но как минимум раза в полтора, а может быть даже в два, чем какое-то техническое или небольшое ядро. Все это не реклама. Это и так трапезунд в рекламе особо не нуждается. Все и так прекрасно знают и понимают, что это за сорт. Я просто в очередной раз показал вам, что он способен. Делаю это каждый год, чтобы вы понимали, что у него... Я не вижу такого, чтобы, допустим, на кустике не было орехов. Да, у него особой периодичности нет. У него может быть при огромной загрузке... Просто орех там, допустим, чуть мельче. И особенно с теневой стороны, да. Но с теневой у некоторых сортов даже можно и не получить орех. Или вообще мелочь какую-то получить. А здесь можно получить прекрасный, замечательный орех. Которого, кстати, много. И так как он огромный по весу, я думаю, результаты будут прекрасны. Ну, я не знаю, что тут еще говорить.
все уже вам показал. Я думаю, вы все прекрасно все увидели. Огромный, вкусный, бланшируется. Есть возможность прекрасно продать и в лущенном, и в нелущенном виде, потому что этого сорта многие боятся высаживать в каких-то промпосадках. Да, его не так много еще пока высаживается, пока боятся. И те, кто первый посадил, соответственно, у них будет именно такой огромный круглый орех, конкуренцию которому по внешнему виду может составить только сорт президент. Но скажу вам по секрету, для тех, кто хочет употреблять в сыром виде, трапезун вкуснее. Все, надеюсь, эта информация была вам полезна. Не бойтесь, трапезун, да, шикарный сорт, топчик. Топчик однозначно в лидерах, до сих пор в лидерах однозначно один из лучших. Все, это лично мое мнение, и пока прям вот лучше, я не знаю. Это здесь много, здесь плюсов очень много, а минусов единицы, скажем так. Все, кто согласен, лайк, кто не согласен, дизлайк, комментарий обязательно, только обгрунтованный, естественно, почему, что и как. И если вы готовы первые 2-3 года уделить особое внимание этому сорту, то вас будут ждать такие же прекрасные результаты, как и у меня, как я показал вам на видео, при хорошем уходе, скажем так, хорошем уходе. Все, лайк, подписка с колокольчиком, кто еще не подписался, комментарий. Все, всем спасибо огромное, кто смотрел, всем привет от Трапезунда и всем пока.